выражение, да, извини, что перебью. Давай, образное давай. Выражение, конечно, потому что все равно, как бы мы ни хотели, как бы мы ни желали бороться там с лучшими, да, мы все равно понимаем, что есть, ну вот, да, тот, с кем, та пара, с которой, ну, честно, никто не может бороться, это французы. То есть вот здесь безоговорочно которых они... Которых вы побеждали в юниорах. Это абсолютно другое это время. Совершенно, да, это... мне кажется, это вот, ну, многие с этим сравнивают, но на самом деле я считаю, что вот есть юниорская как бы карьера. Да, карьера, а есть взрослые, это совершенно разные вещи, и с ними и тяжело. Там да. Действительно все обнуляется, вы хотите сказать? Да. Ну, как... ну, может быть, нет, может быть, в начале тебе легче, если ты там чемпион мира среди юниоров, то тебе дают два взрослых гран-при. Ну, так было. Только если... Да, но только нам не дали, потому что мы попали в олимпийский сезон, и нам дали одно. Ну, не важно. Что касается вообще борьбы и переживаний, это два разных мира, которые тяжело сравнивать. Так вот, французы... Французы реально крутые. Реально крутые, и... Ну, вот в этом сезоне, например, мне их, прости, пожалуйста, эта произволка чуть меньше нравится, чем предыдущие. Чем какая предыдущая? Чем все. Предыдущие. А, предыдущие. Да, вот, это для меня слишком, ну, какая-то очень глубокая. Я не опустился на это, вот эту глубину, чтобы понять ее. Но предыдущие вообще, 2000 сейчас Словакия. По-моему, чемпионат мира. Вот я там пересматриваю, мне очень нравится. Это где они в черном, она в черном. Мы уже вспоминали, где они под слова катаются, может быть, нет? Может быть, 17-й год, я не знаю. Это а, нет, вот это такой... еще раньше, это значит да, еще да, раньше. Да, под слова классно. Под слова да, это когда... позже. Да. Офигенная произволка, да. Да, то есть и как бы мы все прекрасно понимаем, что это француз. И вот рядом никто не стоит. Как бы вот не хоть это другое. И вот когда мы говорим о том, что... где-то там что-то нас недооценили, где-то это, мы все равно, когда мы пересматриваем, ну, мы понимаем, что ну, нет пока что такого, что мы вот, мы и вот, и рядом с нами не стоят люди. Конечно, да, если взять там с 15-го места чемпионат мира, понятно, но с теми, с кем мы боремся, ну, объективно, да, в чем-то мы лучше, но в чем-то мы хуже. У французов эти минусы минимизированы просто, ну вот вообще. Просто вот у нас есть реальное понимание, как бы, в ситуации. Ну, то есть мы понимаем, что работать. Можно? И быть. Ты начал про программы говорить, и что вот ты вот до этого не стал опускаться, там вот выяснять, что там про что они катают, если я правильно тебя поняла. Нет, я просто не смог понять эту глубину. Вот так. Я поняла. Извини, уверена, что она там есть? Ну, мне казалось, что у них все программы, это такой прям вот, ну, очень, как бы, шарик, где ты вот туда, ты как бы туда вот, да, погружаешься, и ты с ними, и ты, ну, то есть, ты не видишь элементов, ты не хочешь на это, на все смотреть, ты видишь вот это вот круговерть, катание, то есть, ты прям, ну, это тебя это поражает, да. Эта программа немножко другая, она наоборот, такой, как да, ты смотришь откуда-то. А здесь я такой... То есть, ну, может быть, они просто не погрузили тебя, получается, чуть-чуть в эту может, программу? И не хотели. А может, и не хотели. Это другая программа. Другая программа. Для меня они ничем, ну, то есть, не стали хуже. Просто вот эта программа именно для меня немножко другая. То есть, я вот чуть-чуть к этому отношусь. Ритм-танцы. Ритм-танец. Очень понравился. Ну, это вообще шикарно. Мне очень понравилось. Я так не умею, конечно, как они, но мне очень понравилось.